Сейчас, чат, давай, знаешь, как сделаем? Сейчас 45 минут, да? До 50, если я не допрыгиваю до следующего этапа, то, типа, идем в Hollow Knight. Хорошо? Договорились? Что теперь под некоторым вопросом, на самом деле? На самое начало! Да, вот так вот. Завали ебать. Так, подожди. Нормально, нормально. Так, им спасибо, что выручил. Не подоспеет. Вовремя твари бы уже мной закусывали. Зулус куда-то ушел. Мы с тобой разговариваем. Знаешь, ты все-таки классный сталкер. Извини, я тогда зря осерчал. Ты тоже хорош, мог бы сразу про СПУ сказать. Да не за что, пойдем лучше со мной в лагерь военных, там безопасней. Ладно, все лучше, чем в одиночку по Припяти слоняться. Тогда пойдем. Пойдем. Что там происходит? Ох уж эта зона, она такая просто непредсказуемая. Я реально боюсь ее. Сколько я уже с ним хожу? Что это? Это бумага, которую не подобрать. Я, простите, этот, удивился слегка. Налит. Так, спокойно, не раш. Переждать в укрытии. Налит. Ой, прости. Выноси сволочей! О, просто забей, эта миссия, она вот типа вот как. Я все делаю как надо, все хорошо. Забей. Да не так уж и плохо, на самом деле. Нормальные яблоки. Подумаешь, отравлены. Коричневая волна. Отрава подействовала. Что ты каркаешь там, алло? Я говорю, зачем ты каркаешь? Не надо этого делать, иначе я камень-то найду. Так, я пошел за камнем. Делаешь? Лаванда-кун, да? Не за что, типа, мы же все тут вместе играем. Походу, я туда пока пройти не могу. Допустим. Что-то произошло явно. Моя любимая игра лучше этого дерьма. Три раза. Три раза. Что это было? Гагабот, спасибо за рисов 9-й раз. О, она оставила мне записку. Сначала, говорит, я злилась на тебя. Потом, говорит, смотрю, парень-то ты неплохой. Потом поняла, что ты стример.
бесят стримеры. Так-то парень ты неплохой. Он поняла, что ты бездарность, криворукая. Очень сильно расстроилась. Потом подумала, что жизнь-то, говорит, такая жестокая со мной. Поплакала. Потом поняла, что тебя нахлобучу, ты мудак, не я. А потом подумала, что в принципе можно и сну-сну заняться. Не понравилось. Очень сильно ругалась на тебя. А потом просто поняла, что дело во мне. И плачу теперь, плачу. Ты-то прекрасен. Прекрасен. Смотри. Она полна доброты. А, уже не очень. Опять ведро. Нет, давайте я не буду трогать это. Ладно, я уже знаю, что будет за этим ведром. Я знаю. Чат, готовься. Готовься. Просто готовься. В непонятке, что она от меня хочет. Разработчики тролли, боже. Пойдем посмотрим. Ты что, выехал-то обратно? Лезь! Да как эта игра вообще смеет? Тварь. А пулемет отдай! Сука, я что-то пересрал. Так, простите. В смысле, дверь заблокирована? В смысле, заперта? What? Так, подожди, это все не очень хорошо идет. Я придумал идеальный план по решению этой проблемы. Смотри. Так, аккуратно. Пулемет, говорю, отдай сюда. Пулемет, говорю, мне дай. Простите, накрыло. Смотри, реально стоит там. Парниша, милый, сука, ты что стоишь-то тут, а? Такой типа. Я думаю, оно не так должно работать. Боже, какого хера. Зачем я это делаю в финале? Сука, да. Да-да-да, бежим. Скат, больше ждать не можем. Через минуту идем на взлет. Какую минуту? Я не успею, алло. Но это рип, я считаю. Да-да, конечно, суки. Боже, какие суки. Да посмотри на это. Я придумал. Чат, мы сейчас все сделаем, но придется сделать все с третьего раза. Окей? А там дальше... Нет. Быстро выходи отсюда. Так,
сохранятся. Сохранятся через каждые 30 секунд. Хоть стрелок выжил, я надеюсь, по крайней мере. Просто пройди, ну камон. Да, но тут надо было продержаться, на самом деле. Майор, мы готовы взлетать. Все, стрелок убит. Готовьтесь к отлету. Вас понял. Готовы ли вы покинуть зону обратно? Да, уже да, пожалуйста, только не убивайте меня на этой катсцене.